Итак, всем привет, с вами ТопГэм, мы продолжаем играть за нашу прекрасную Британию в изгнании, и мы смогли вернуть саму Британию. Пока что мы еще не восстанавливаем там правительство, все еще мы находимся в войне, поэтому не спешим переходить как-то на мирный лад. Нам предстоит еще немножко тут повоевать. Так что мы начинаем, но вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Поехали. Начинаю тут потихонечку вручную пушить вот эти провинции. В идеале, конечно, сделать бы горняков, но у нас... Пока не особо хватает опыта, чтобы сделать дивизию горняков, там их что-то прокачивать. Хотя, конечно, специальные силы хочется потихоньку попробовать, но пока что моментов таких не было. Спартанский генерал? Это про Монтгомери. В общем, говорят, что он очень классный. Ну, да, наверное. А еще также мы немножко окружаем войска французов под Ниццей. Ну, это, конечно же, повстанцы французские, не настоящие французы. Ведь настоящие французы с нами в одном альянсе. Итак, расширили мы мощь артиллерии, надеюсь, тяжелая артиллерия. И переходим, наконец-таки, к бафам. Очень, кстати говоря, приятным. Лучше было бы их сделать пораньше, но... Как-то не обратил внимания, что они там такие. Да и, в принципе, не смертельно то, что мы их не сделали. И теперь можем мы еще раз нажать эту кнопочку. Прекрасно, тоже нажимаем, потому что подчинение растет очень хорошо. Смотрите, кстати говоря, сколько здесь верфей настроили ребята. Господи, промышленность здесь, конечно, прям очень веселая. Ну, я тут немножко пропушил вручную, и хотелось бы, наверное, уже на автоплане воевать, но концентрация войск, как вы видите, очень большая. Потому, так, знаете, наступление. Так не получится, придется все еще воевать пока вручную. И делаем мы какие-то локальные окружения, чтобы чуть-чуть упростить ситуацию на фронте, поэтому вот так вот мы сделали, и будем продолжать нечто подобное делать и дальше. И... Так, концессия флота это плевать, это дальневосточное правительство. Падение Москвы, падение Петрограда. Они победили, они реально победили, и Врангель вот здесь вот тоже победил. Невероятно все, что я могу сказать на это. Итак, мы перебросили сюда дополнительную армию, и теперь можем, я думаю, намного увереннее пушить. И, наверное, сейчас у нас получится как-то их подрезать и с двух сторон окружить. По крайней мере, на юге точно прорыв уже успешен. И вместе с нами очень жестко начали пушить также немцы, французов, а значит, нам нужно прямо на... спидранычах, я думаю, бежать и захватывать побольше. Ведь здесь, ну, решается сейчас, кто возьмет себе Францию, и хотелось бы, чтобы Францию получили все-таки наши союзники, а не Германия получилась еще больше в оккупацию. Пал Париж, но забрала его Германия, что нас, конечно, расстраивает. Уж слишком много, мне кажется, они на наш фронт определили войск, а там нет. Венесуэла хочет к Вантанту зайти. Будет ли это как-то ей угрожать? Я полагаю, нет. Поэтому, конечно, принимаем. Вторая Советская Российская Республика. В Донской Республике. Ага, я понял. Эти ребята решили новую Россию. Короче, там не получилось такие. Давайте попробуем еще раз. Но в этот раз точно получится. Кстати говоря, Корнилов пришел в итоге к власти. Раз события в России очень странные. И пала Франция. И что ж, давайте теперь делить мир. Желательно забрать себе по максимуму, конечно. И да, у нас получилось буквально все от немцев отжать, кроме вот этой вот пробки. То немножко грустно, но что поделать. В целом все равно Франция получает все свои территории, мы получаем всю Италию. И еще немножко марионеток в Южной Америке. И Новая Англия взяла и объявила, я так понял, войну прям всем, да? Да. Эх, не дают они нам передохнуть. Хотят они, видимо, чтобы мы передохли, как говорится. Не знаю, что с этой Новой Англией сделать. Можете выкинуть из Альянса? К сожалению, не могу. И они пока все еще не выходят из нашего альянса сами. Так что пока что как есть. Да, изгнанники освободили метрополию. Теперь нам бы точно такую же кнопку нажать желательно. Ну и самое главное, нам нужно сейчас пойти и спасти Грецию. Кстати, они внезапно получили все территории, освободились. Видимо, из-за того, что там было что-то под как раз к интернационалам. Нужно срочно попробовать спасти все, что осталось здесь вот, и перебросить туда просто армию. Если одна армия успеет туда доехать... то, в принципе, мне будет намного проще, мне надо будет высаживаться. И да, начинаем здесь атаку сами. Поможем Греции и, в принципе, Балканам освободиться. Там, да, там ребята воюют. Блин, Новая Англия, так не вовремя, они, конечно, эту войну начали. Очень плохо, что бот пошел по своим фокусам шизовым. Нам свою бы армию как-то поднять и интегрировать нормально всю Британию. О, наш маршал хочет два бонуса к исследованиям, которые не сработают на мумпаче, так что нет. И да, новые страны, конечно же, присоединяются к СССР. Я думаю, можно будет после вот этого фокуса сделать фокус на возвращение короля, почему бы нет.
Ну и что, давайте начнем. Возвращение короля. Сделаем все-таки фокус и пойдем. Что бы там ни было, дальше будем узнавать. А сейчас сделал фокус на воздушную подготовку, и мне теперь просто засыпают невероятно опыт воздушный. Приятно, конечно. Хотя уже на данный момент, можно сказать, бесполезно, что мы все прокачали. И доминионити начал воевать с коммуной Пхаратта. Видите? Нет, не совсем. С вот этими ребятами, окей. С этими мы разберемся. Россия начала марш на запад. Марш, я бы сказал, это такая... ползком. Как ползком ходят люди? Начала ползти на запад. Это даже близко не похоже к походу. Россия даже близко не похожа на данный момент к какой-то боевой стране. Слишком уж долго эта гражданка затянулась, и слишком сильно она ударила. Здесь, в принципе, по-моему, все фокусы, да, видите, как-то и сломаны почему-то. Видимо, что-то совсем там пошло очень странным образом. Ну что ж, боже, храни короля. Соединенное Королевство Великобритании и Канады. После военного разрушения у нас появляются некоторые, да, дебафы. У нас появляются популярности других партий, что меня немножко... раздосадует, но что поделать. Перки британского изгнанника. Из Преамура к нам возвращаются какие-то, видимо, ребята. И пропадает изгнание. Окей. Теперь тогда Соединенное Королевство снова. Нам нужно будет поразбираться с этими всеми проблемами, потому что, да, восстановить Британию, точнее захватить Британию — это одно, удержать ее и восстановить — это другое. Прекрасно от военной экономики. Вы куда? О чем бы? Ну, давайте начнем, наверное, с этого. С канадским сопротивлением как-то разберемся, хотя его как будто нету пока что. Но, видимо, сейчас оно появится. Да, мы освободили остров от красной чумы. Ура! Людские ресурсы. А, у меня даже они есть. Внезапно. Но я не думаю, что я буду им что-то давать. Я думаю, у них должно хватать своих. Да, так. Ладно, не совсем, но справятся. Ну, давайте все-таки войдем в эту войну. Нам ничего здесь... предоставить, то и они сами не особо воюют. Они готовятся, да, через Бхаратом воевать. Нам нужно перебросить, пожалуй, вот эту, я думаю, армию сейчас срочно вот сюда. На помощь как раз таки Индии. Нужно спасать очередных наших союзников. Ну, что поделать, такова судьба нашего альянса. Мы должны друг другу помогать, иначе мы бы и не смогли вернуться. Да, здесь произошел нюанс. Я, видимо, пока... Ой, тут еще двойной нюанс аж. Я, видимо, какой-то призыв Новой Англии принял, пока всех в войну призывал. Она мне все срала уведомлением. И теперь мы воюем с Тихоокеанскими штатами. А, да. Получилась ситуация, увы. Что нам с ней делать? Ничего. Побеждать в Америке. В гражданской войне в Америке, я считаю. Ну что, я думаю, надо сразу решать синдикалистов, чтобы не было проблем у нас с восстаниями. Нужно однозначно сначала про них подумать и с ними разобраться. То я уверен, ячеек у нас еще в стране будет много. Но мы не боимся ничего. Ну да, мы встречаем сопротивление. Вас возвращаются в страну, и теперь, да, проблема с тем, чьи же там дома. Тех, кто уехал, или тех, кто там уже начал жить. Придется как-то эти проблемы решать. И у нас синдикалистские ополчения остаются активными, да. Что я и говорил. Однозначно нужно решить вопрос с ними. И солдаты Союза возвращаются. Смотрите, когда британские элиты начали возвращаться в города. Мы их не будем поддерживать однозначно. Только дело то, что им сказали. Нет, нет. Мы не будем поддерживать предателей однозначно. И слушайте, мы успеваем до сюда дойти спокойно. Наши танки тоже успевают до сюда доехать. Британские банкротства увеличиваются. А, потому что крупные компании перешли в собственность профсоюзов. Ага, ага. Ничего, и мы справимся с этим. Профсоюзы сделали плохую экономику, мы ее поправим. Здесь вайпаем, я бы сказал, половину силы этого альянса. И добиваем Сербию. С ней, я думаю, плюс-минус пойдет весь альянс. Да, так и есть. Начало судов над синдикалистами. Все они должны быть примерами, либо не суровы. Нет, пример. Обязательно. Без вариантов. И взрыв у нас происходит в королевском суде. Это лишь показывает то, что мы делаем все правильно. Мы... наказываем террористов, и с ними, соответственно, нужно относиться к ним, как к террористам. Провинция за провинцией мы подбираемся к Белграду.
И я думаю, город не устоит, особенно если войска будут атаковать нормально, а не по одному. И да, наши британские войска входят в Белград и заканчивают этим войну на Балканах, по крайней мере на данный момент. А теперь мы можем полностью сфокусироваться, пожалуй, на Индии и на Америке. И, конечно же, мы продолжаем внутренними делами заниматься. Без этого никак. Войска эти отправляются сюда. Наши войска здесь отправляются сюда, на Балкан. И нужно будет сейчас разобраться, что там на Балканах по странам. Кстати, можно построить вот эти вот фабрики. И так, ребята там капнули, но это нас мало интересует. У нас все равно нет вар скоро. И, кстати говоря, из новых людей мы делаем новых солдат. Потому что, ну, не хватает. У нас всего было две армии. Сейчас появилась третья пехотная армия и небольшая танковая. Это все еще на самом деле мало, чтобы все наши границы новые охранять. А нам обязательно нужно везде быть, причем одновременно желательно. Строим авиабазы над Индией и готовимся здесь наступать. И занимаемся мы тут нашими, в общем-то, внутренними делами и решаем упразднить парламент. Зачем он вообще нужен? Зачем нужна система припирающихся, да, и бюрократов, верно? Парламент не должен вернуться. Я считаю справедливым. И даю я приказ начать наступление. По ощущениям, индийские войска недостаточно плотные, чтобы сдержать нас. Поэтому можем мы пушить их уверенно. Плюс авиация, конечно же, помогает. Благо, ее у нас уже достаточно много. Начинается вторая русско-японская война. Интересно, кто ее начал, кстати говоря. Ну-ка. Вступательную войну против Болгарии и против Германии. А, я понял, она просто в Рейхспакте была Россия. А, ну, типа марионетку сделали. В общем-то, неудивительно, потому что, ну, а что еще тут могло произойти, когда такая вот Россия еле живая нападает на Германию? Главное, чтобы Франция успела подделать фокусы свои и все это восстановить. Потому что мы-то свое успеем восстановить, и, в принципе, мы находимся уже в хорошем состоянии, мы уже готовы воевать с Германией. Хоть и не супер хорошо и не супер эффективно, но мы можем. Давайте начнем пробовать пробиваться здесь. Отправляем в атаку нашу пехоту, наши танки. Единственное, мы таким образом поможем синдикатам, что меня немножко напрягается, но что поделать. И смотрите, аристократы хотят, чтобы мы им как-то компенсировали и вернули все, хотя те люди получили это все на законных основаниях. Но какие могут быть законные основания у синдикалистов, верно? Конечно, возвращаем. У нас, кстати говоря, есть куча еще решений, которые надо поднажимать, но у нас политики ни на что нету. Ну, давайте начнем что-то делать, какие-то отчеты. Что-то туда-сюда, надо как-то заниматься этим, я подозреваю. И коммуна карта капитулирует? Надо лишь надеяться, что доминион Индии сможет взять побольше всего, но я, конечно же, им помогу, где смогу. И, блин, меня тут говорят, что нет, это эти ребята хотят его взять. Ну, ладно, если мои ребята хотят его взять сами, то и пускай берут сами, но, конечно, вот этих уже мы будем отжимать. Хотя, тоже, видите, не особо получается много отжимать, как есть. Получилось, ну, совсем так себе. Хотя с этими границами все еще можно жить. И самое главное, я не вижу ни одной причины, почему мы могли остановить наступление. Мы просто сейчас добьем Федерацию Раджей. Ну и что же, Британия снова правит. Мы избавимся от хаоса в армии. Отлично. Ой, смотрите-ка. Мы получаем сплотить народ из-за того, что к нам заходят. Они типа чуть-чуть нашу территорию захватили, поэтому сплотить народ. Кайф, кайф. 2% военнообязанного населения, это нам надо. И такой момент, ОБС опять обрезал запись. Мы смогли здесь вот добить в Индии вражеские войска. Эти войска сейчас у нас отправляются, соответственно, в Америку. Будем мы сейчас здесь освобождать наших друзей. Новых, скажем так, думать, что делать с Лавкрафтом, потому что, ну, не знаю, это чисто такое, знаете, темная лошадка, потому что непонятно, что он потом сделает. Хотелось бы, чтобы он, если уж он начал всю эту фигню творить, то оставался бы с нами, хотя было бы приятно, если бы они просто сразу бы сделали вот это, и мы бы их просто схватили и не мучили с этим всем. Так или иначе, наши союзники поднимаются, восстанавливаются, возвращают все свои территории. Мы занимаемся точно тем же. Так что Антанта ведет все страны к успеху, а вы обязательно приходите к успеху, оставляя лайк под видео и комментарий. С вами был Абгай, ты видишь город Бусти в описании. До скорых встреч, всем пока.